Приветствую всех! Скоро у нас наступят зимние праздники, и хочется создавать уже такую атмосферу праздников, атмосферу Нового года, чтобы было настроение хорошее и такое вот праздничное. Поэтому я начну потихоньку уже украшать свое помещение. И в этом видео я вам покажу, как я буду делать елочку из подручных средств, а также из маленьких елочных игрушек. Нам понадобятся для этого елочные игрушки, естественно, разного цвета. Основа для елки, в данном случае это палочка у меня из набора суши. Также катушка от лески у меня осталась. Я ее вот так вот клеем зафиксирую. И будет это для нас основа для нашей елочки. Также у меня тут есть такой вот серебристый дождик и бусинки разного цвета. И сейчас я вам буду показывать, как будет делаться эта елочка. Итак, приступим. Для начала мы сделаем основу для нашей елочки. Я фиксирую палочку к нашей подложке, в качестве которой служит пустая катушка от лески. Я хорошенько промазываю все горячим клеем и фиксирую нашу палочку. Некоторое время я держу, чтобы палочка ровно зафиксировалась. Все. Основа готова. Теперь мы можем делать нашу елочку. Я беру дождик, примеряю его, отрезаю нужный нам размер. И теперь я этот дождик приклею к основанию. Елочка была у нас красивенькая, пушистенькая. Хорошенько приклеиваю, придерживаю. Фиксирую клеем. И наше основание готово. Теперь я буду делать ряд из больших игрушек. Чередовать белое-синее, белое-синее. И так у нас получится 6 игрушек. Теперь я каждую игрушку приклею к дождику, чтобы у нас игрушки не болтались, а сидели на месте. Итак, я зафиксировала игрушки, теперь они хорошо сидят. Следующий слой у нас идет опять из дождика. Я примерила, сколько нужно отрезала, и теперь я также буду его приклеивать. Я склеиваю концы дождика. Хорошенько фиксирую, чтобы дождик не распадался, не расклеился. Дождик я также приклеила к игрушкам. Следующий ряд я выкладываю из маленьких красных елочных игрушек. Я их также зафиксирую клеем на дождике, чтобы они не болтались и хорошенько сидели у нас на месте. Вот так вот хорошенько, красивенько все смотрится и сидит на месте, не болтается. Следующий ряд у нас также из дождика. И я повторяю наши предыдущие шаги. Тут видно, как я каждый шарик мажу клеем и сверху прижимаю дождик, чтобы он хорошенько приклеился к шарикам. То есть елочка у нас будет плотная. Ничего нигде не будет болтаться.
После дождика я делаю ряд из больших игрушек и маленьких, чередуя их. Также фиксирую их клеем к дождику. И вот такая уже красота у нас получается. Следующий ряд опять-таки дождик. Все, вымерила, приклеила концы. Теперь смазываю опять-таки каждый шарик клеем, чтобы приклеить дождик. Прижимаю, фиксирую хорошенько. У нас будет хорошая, красивая, плотненькая такая елочка, где все сидит на месте. Второй ряд я чередую также наши игрушки, большую и маленькую. Фиксирую клеем на дождике. Здесь видно, что три большие игрушки я приклеила так, что они вместе даже соединяются. И между ними красные елочные маленькие игрушки. Следующий ряд у нас будет также из дождика. И диаметр я уже делаю меньше, так как наша елочка кверху сужается. Тут я примеряюсь, как будет выглядеть наша елочка. Я беру маленькую красную игрушку, снимаю верхушку, за которой цепляется веревочка, и надеваю на палочку. И наша будет игрушечка верхушкой. Я делаю после дождика ряд только из красных маленьких игрушек. После опять меньшим диаметром я делаю дождик наш. И сверху я уже вот смазываю нашу маленькую красную игрушечку клеем и приклеиваю ее к верхушке. Все, наша елочка практически готова. И такая у нас красавица уже получилась. Теперь я беру такие бусинки новогодние, красивые, блестящие, разного цвета. Желтенького, блестящего и такого вот фиолетового. Я их буду также приклеивать к нашей елочке. Но я буду отрезать каждую бусинку. То есть не такой вот веточкой я буду их делать, а приклеивать отдельно каждую бусинку. Вот я отрезала некоторое количество бусинок. И теперь хаотично я буду клеить на дождик эти маленькие бусинки. И по всей нашей елочке я раскидала эти бусинки хаотичным порядком. И теперь она выглядит у нас вот так. Вот такая вот красавица у нас получилась. По желанию можно что-то добавить. Можно разного цвета игрушки добавлять. Совершенно другого цвета дождик. Зеленого, золотистого, синего. На ваше усмотрение. Но у меня было в наличии только такие. Вот такая вот красавица в итоге у нас получилась. Смотрите, какая в итоге красота получилась. Теперь у меня появился вот такой вот новогодний уголок, который будет поднимать настроение и создавать праздничное новогоднее настроение. Смотрите, как красиво. Елочка своими руками из подручных средств и маленьких елочных игрушек. Такая красотища. Что у меня тут еще есть? Поставила я в свой такой праздничный уголок. Это ранее когда-то, очень давно я сплела с лозы.
Такой вот воздушный шарик покрыла его серебристым цветом, акриловой краской. Дед Мороз статуэтка у меня уже был, тоже очень давно куплен. Покрасила орехи я в серебристый и золотистый цвет. Теперь они тоже так вот красиво смотрятся в интерьере. Такой был у меня подсвечник. Очень красивый. А это то, что бусинки остались новогодние. Я решила тоже украсить. И вот такой у меня появился очень красивый новогодний уголок. Так что пробуйте, делайте, пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Может, что-то еще посоветуете, что можно еще сделать. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду стараться радовать своими поделками вас. Ой, красиво. Ой. Ну, на этом все, пожалуй. Всем крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия. До новых встреч, увидимся. Пока-пока.